Всем маленький привет с моего огорода, с моего большого огорода в 2 квадратных метра. Базилик, это я новый посадила. Сейчас старый покажу, который эти улитки ели. Два маленьких. А, цветет уже. Перчика, который остренький, вот видите, цветет. И вот тут еще цветет. Остренькие колокольчики такие были у меня в прошлом году, мне очень понравились. И вот такой у меня был в прошлом году, кто помнит, шарики такие красненькие. Воткнула его, правда, тут под шикарными листьями огурцов. Но оно прям хорошо ему. Огурцы у меня в этом году такие вот эротические. Ну, я брала рассаду, поэтому не знаю их сорта. А помидорки, как всегда, дотерини, вот такие маленькие, длинненькие, они нам очень нравятся. Внизу уже прям краснеют на земле. Сейчас я их всех соберу, потом все подрежу, чтобы внизу не было ни листиков, ни плодов. Но это так получилось, я не знаю почему. Зелененьких очень много. В общем, помидорки, огурчики, лук. Видали, какой лук у меня санкт-петербургский, а вот такой у меня мелкий. Я его уже отрезала, почикала. И вот еще один. Ой, это я тут. Лучок, щавель. А вот этот всю целый месяц ели улитки, этот базилик. Сейчас он вроде оклемывается. Оклемывается. Ну, пускай будет базилик. Будем есть. Вот, гортензия моя там живая. Ей там мокро, хорошо. Всем большой привет. Цветочки там цветут. Я вышла все прополоть. Сейчас еще гортензию покажу. Вон ту красненькую, красивую самую мою. Вот я тут мешочек наполола. Вот она моя красотульчика. Да, ну водичку она любит, конечно. Может, она, конечно, в жарком месте стоит, но другого места на моем микроогороде нет. Просто этих шмелей я тут еще засекла. Ой, вон там тоже еще, не знаю, может, успею. Может, не улетит. Вот он. Ой, полетел, красавчик. Это строители шумят. Рядом леса поставили, и моим соседкам меняют крышу. А я тут наблюдаю за шмелем. Поэтому немножко шумно.